Сегодня отличная погодка. Солнце светит. Уже ощущается такая весна. Хоть еще и минус 2. Но уже так по-весеннему. Солнце припекает. Дороги уже сухие такие. Уже последние лыжные дни. Снега не было последние недели две. Поэтому там будет все из пушек. Весь этот пушечный снег. Скорее всего, катание будет так себе, не очень по такому склону. Но тем не менее, еще в марте можно спокойно кататься. Казахстан. Вот это их приперло за много тысяч километров. In my country, Казахстан, we have a problem. Зачем-то сюда приехали на лыжах кататься. Хотя, может, просто по пути. Вот снег лежит. Пожалуйста, все есть для катания. Да, сегодня такой пушечный снег, как я говорил. Это даже не снег, а такие какие-то ледяные гранулы, типа как в магазинах выкладывают охлажденную рыбу на такой лед. Здесь то же самое. Такие крупные гранулы. И самое лучшее покрытие для катания. Ну что делать, если снега нет? И такой сойдет. Погода отличная, солнечная. Не работает сегодня вот тот дальний подъемник, хотя по расписанию должен работать, сегодня же пятница. Видимо, из-за того, что там снега не насыпали, вот и не работает. Ну ладно, будем кататься на основном склоне. Я ошибся, не увидел, что подъемник на самом деле работает. Сегодня, значит, можно кататься по трассе номер 6. Откуда? До самого низа. Вот здесь еще можно съехать вот там с горки. Снег плохой вообще. Лыжи цепляются. Ну потому что это и не снег вовсе. Ледяные гранулы. О, погода отличная. Вот еду по подъемнику, который работает только в пятницу, субботу и воскресенье, самый длинный, который обслуживает 6-й склон.
Вообще в этом году зимой заметил, очень много с Москвы приезжает. Вот даже еще откуда-то. Очень странно, тут же ничего такого выдающегося нет. Это даже не гора, а такой холмик небольшой, что тут делать. В такую даль ехать сюда смысла нет. Вот здесь еще должна быть трасса от Литления. Но она закрыта сетками. Видимо, не хотят обрабатывать. Она даже там уже поросла кустами. Хотя, может, здесь и не должно быть. Вот, может, дальше вот та. Ну, вот та точно, но она тоже закрыта сетками. Сюда не проехать. Вот здесь даже освещение есть. Стоят вон столбы с фонарями. И она всегда закрыта. Никогда не работает. Еще какой-то есть выход вот оттуда из леса. Непонятно, можно там проехать или нельзя как-то в обход. Наверное, можно, если вот там заехать. Вот тут я прошлые разы скатывался. Вот там заезжаешь, вот этот пригорок, вот здесь. Вот тут горка. Вот тут и вот там. И можно так на скорости съехать. Но сегодня здесь уже земля проглядывается. Снега нет.